Завод «ГАЗ» провел работу над ошибками. На проходной не было столпотворения. Люди спокойно попадали на работу. Появились такие синие ленточки, это своеобразные коридоры. Ну, а белые черточки на полу помогают точно понять, какую дистанцию нужно держать друг между другом. Я рано прихожу, для меня не изменился. А тот народ, который у меня работает, сегодня вообще без пробок, без всего. Вообще все замечательно, все здорово. Сегодня нет. Вчера была очередь большая, потому что измеряли очень медленно температуру. Все-таки в проходной только держали интервал, а здесь была демонстрация. Все в целом рады, да, что вернулись на работу? Конечно, рады. А что дома-то сидеть-то, и денег нет, да и вообще как тут тоска. Не пообщаться ничего, ни с кем. В общем, теперь готовы носить маски, перчатки? Конечно, готовы. Ко всему уже готовы. Русский народ, наверное, ко всему всегда готов. Администрация завода «ГАЗ» обратила внимание на то, как сотрудники будут приезжать на рабочее место и уезжать домой. Мы разработали достаточное количество маршрутов. Наши корпоративные автобусы собирают по этим маршрутам наших сотрудников и везут их сюда на предприятие для того, чтобы исключить возможные контакты с людьми, которые не работают на нашем предприятии. Что сегодняшний день показал? Еще требуются какие-то нововведения? Или то, что вы сейчас придумали, работает? Ну, процесс, он всегда требует каких-то определенных улучшений. Мы продолжаем заниматься этим. У нас созданы команды, которые на каждый проходной сейчас выявляют мероприятия, которые позволят нам еще больше улучшить этот процесс, и мы будем дальше заниматься этим. Всем, кто вернулся на работу, важно помнить: малые меры предосторожности точно не повредят, ведь коронавирус не дремлет. Александр Шеломцев, Алексей Калякин. Время новостей.